Иродиада. Иван Николаевич Крамской, 1886 год. Представленная работа была завершена в 1886 году, незадолго до кончины живописца. Сюжетом картины послужила известная история из Нового Завета. Иродиада, дочь Ирода, отдала приказ принести ей голову Иоанна Крестителя. Злоба на Иоанна была не беспочвена, ведь тот резко осуждал ее брак с родным дядей, упрекая за распутство. Иродиада нашла способ отомстить. И вот на блюде перед героиней голова Крестителя. Женщина смотрит на свой ужасающий трофей с неким торжеством. Автор не скупится, изображая Иродиаду. Белая кожа, пышные кудри, забранный под серебряный обруч и восхитительный наряд. Платье героини будто прозрачное, кажется, что можно разглядеть ее кожу. Распутница восхищает своей красотой, но красота эта холодная, жесткая, упрямая. Остается только удивляться, как Крамскому удалось передать эти противоречивые полутона. Лицо несчастного было укрыто платком, но Иродиада его небрежно отвернула, чтобы зритель узрел того, кто осуждал ее любовь. Тонкие правильные черты лица Иоанна также говорят о красоте, но теперь эта красота уже скорбная и величественная. Автор мастерски использовал цвета в картине. Фон затемнен, чтобы выдвинуть героев на передний план. Красный цвет носит не только акцентный характер в плане палитры, но и в метафизическом смысле. Здесь во имя прихоти блудной женщины пролилась невинная кровь. Агрессивный красный колер мы видим в обуви Иродиады, в изображении ковра и в виде пятна фона у локтя женщины. Не случайно всполохи красного падают и на юбку женщины. Она запятнала себя смертельным грехом, погубив безвинного человека.